Так, всем привет! Мы на одной из наших небольших ламбушек. Чисто вечерняя рыбалка. Мы здесь не в первый раз. И приехали половить на удочку окушка, плотву. Ну, в общем, уже поклевывает. Время 6 часа. Будем рыбачить. Оп. Иногда какую-то окунь выпрыгивает, что-то он так стайно не стоит, не понять. О-о-о, Андрюха, щука. Опа. Чё такое? Щука вывернулась. Щука? Ага. Ну, промазала. Говнюха промазала, не знаю, где она. Ну, где-то под лодкой. Вот она. Ага, есть. Ага. О-о-о. Катаемся на лодке. Да. Опа. Опа. Опа, такая нечестная рыха, блин. Ага. О-о-о. О-о-о. Какая приятненькая. Давай. Даже хвостом по лодке стукнуло. Опа, там что-то сзади у меня сыграло, Андрюха. Сзади тебя? Да, вон там, в камышах. А, ну так плыви, что. У меня тут профессионалы ловят плотву на удочку. Не, так он там сыграл, Андрюха, там не зацепляйку надо. Собака, блин, как она дала воды мне, а? Заднюю включила, как... А в это... Приятно, Андрюха, больше двух точно. Фух. Блин, она мне в бак не влезет. Чуть не это. Чуть-чуть. Клев сегодня есть, получается. И щука, значит, взяла нормальная. И окунь на спиннинг берет. И на удочку клюет. Но плотва, Аня, она ж не постоянно тут это прямо клевала. Но выходила иногда такая нормальная. Такой мощненький гапушок.
Блин, пипец. Я в шоке, Андрюха. Каждый заброс поклевка. Окунь сразу. Окунь под берегом, судя по всему, Аня. Смотри, я закинул сразу. Вот такой окушок. Ух ты, ничего себе у меня клюнуло так. Так решительно. Да, такие окушки. Ого, ничего себе. Спиннинг. Вот это, да. Что, еще с трудом вытащила, да? Сопротивлялся? Красивые какие, да, такие желтенькие. Окунь пошел. Прямо видно было. Атаковал из-под травки. Опа. Все три крючка. Кушок. Во. Хороший, иди сюда, ну. Ты меня доел уже. О. Блин, Андрюха, такая стая окуней-то вообще. Ой. Я в шоке. Ну так тебе повезло, значит. Вот, не-не. Опа. Просто интересно, сколько в том году плавали и щуки не было, да? Но. И кидали, кидали. О. Кушарик. Опа. Ну там клюет, Андрюха, а чего как-то нет? Ну, нормальный окунь. Да я говорю, окушок вообще пиздец. Главное, чтобы заглот он. Представляешь? Ого. Вот это работают профессионалы. Да. Да вообще тут окунь красивый. Как он такой хитрый, поклевывает. Смокчет. Чуть-чуть. Как будто не окунь. А ты будешь уже клевать-то или что? Что за поведение такое? Кто такой? Смотри, кто так клюет? Да малек. А почему малек-то? Ну, а может плотва такая хитрая? Малек. Это малек такой, клевал там. Клевал, клевал малек. Вот такой вот малек. Ну не, если профессионал. Ну, не, для, я понимаю, для профессионалов-то это малек. Тут что, как бы никто и не спорит. Всегда бы такой малек клевал.
А миновишь светлая, дно темное. А вода светлая, она в темную погоду. Вот так вот работают профессионалы. Сейчас вот к той травке поплывем. Я окунь любит. Он мне что-то клюет. Оп! Оп! Какой резкий! Ого! Ну понятно, у меня-то был поменьше. Тут профессионалов-то понятно. Сразу видно побольше. Ого, ого, чего? Что? Так тут только у профессионалов клюет. Опять. Опа. Чё, хорошо клевало? Да, вообще. Сразу. Угу. Как положено. Опа. Ух ты. Да. Действительно, как положено. Опа. Стайка подошла. Опа. Да. Да, стайка подошла. Вообще, окуни такие красивые. Они такие борцы такие. Ну, ну. О. Смотри, только закинь, только закинь. Ну, а что, приятный окунь такой, да? Угу. Мелочи нет. Тащи, тащи. Ух ты. Да я отвлекся. Как мелочи нет, это конечно берем. Мелочи нет, это вон профессионалы так сразу говорят, что это мальки. Да, здесь стайка не очень крупного окуня. Конечно, берем. Серега, ты бы на нее пошли. Вот ты, такой конь, я спрашиваю, берем? Ну, такой. Там удочка в дугу это. Да, а, ну извините. Да, точно. А, да? Ну, спасибо. То есть это как бы так, мастер-класс был, да? Нет, это маленький. Такого брать не будем. Сразу видно разницу, да? Ну да, да, тут что? Вот даже сейчас вот сравни, вот.
мой тот. Да? А, нормально, да? Ты мне очередного еще уступила, да, этого? Андрюха, я поеду рыбу чистить. Что? Поеду рыбу чистить. Ну что, поплыли искать окуня. Сейчас дальше плывем. Закидываем. Попался. Вот это да, вот это я понимаю, работает профессионал. А я снимал другую сторону. Да, но я же говорил, фотографироваться-то будете. Такая крупная плотва выходит под вечер. А я там пытался что-то как-то окушка выловить. Тут. А тут профессионалы тут. Вот даже заброс удочки и то у них другой. Приехали на базу, почистим рыбу, пока туда-сюда. Вот наш улов сегодняшний, полная бодейка, сейчас почистим. Сиську взвесим. Да, посветлее. В этом крае. Угу. Вот это да. Вот это. Ну ничего себе вы ловите. Ага. Это вот он, наверное, там. Шагал всех? Ну да. Красиво. Да. Их тут стая, наверное, стоит. Ой, господи. После такого, вот такое. Да. Будь и будь и муж.
Да, под конец рыбалки нарвались мы на стайку. Ну вот стая, да, стоит тут и клюет сразу. Ох, какие хорошие. Нет, такой хоккей нам не нужен. Угу, вот это получше. Ух ты! Во. Как сопротивляется. Да. Ну еще бы на нового-то червяка. О, еще один такой, да? Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Слушай, ну они как-то не клюют. Ну, окунь, правильный окунь, он просто берет крючок с червяком и просто придавливает вниз, и все. Только что клевало, хоп. Куда-то решили переплыть. Ого. Я думала, он не клюет вообще. Смотри, как он захватил. Тоже светленький. Ну все, отлично отловились. О, такие окушки хорошие, поплыли. Ну вот такая у нас сегодня получилась короткая вечерняя рыбалка. И вообще мы просто клелись, отлично. Да, такие окушки. Да, вот, да, и надо клевать. Да. И самый профессионал среди нас даже поймал такую плотвину, которую сейчас мы снимаем. Так что рыбалка была интересна. Да, да. Все отлично. Короткая и успешная. Всем удачи. Пока. До свидания.